еще улыбнись. Рязанское управление впервые принимает участие в фотоконкурсе «Краса Росгвардии». Сделать фото можно в любом интерьере. Обязательное требование к участницам – предоставить снимки в форме. Однако делать макияж и прическу не запрещено. Самые красивые девушки из Рязанского управления этим утром приехали в фотостудию. В управлении Росгвардии по Рязанской области проходит службу не только мужчины, но и девушки. Проводя конкурс «Краса Росгвардии», мы хотим показать наших девушек, которые выбрали не самую женскую профессию. Девушки в Росгвардии не только несут службу вместе с мужчинами, но и при этом всегда остаются очень красивыми и привлекательными. В конкурсе участвуют девушки не только красивые, но и успешные. Кира Нестерова – мастер спорта по стрельбе. В составе Росгвардии для нас это впервые, этот конкурс проводится впервые. Такой интересный жизненный опыт, потому что как-то все-таки приходится учиться и улыбаться, и общаться, скажем так, на камеру. Так интересно. Заниматься этим видом спорта Кира начала еще в 2002 году, когда училась в ВУЗе. Вошла в сборную. В прошлом году стала 8-й в общем зачете на первенстве России. В этом году заняла 2-е место в стрельбе из пистолета Макарова в чемпионате Центрального федерального округа Росгвардии по стрельбе из боевого оружия. Во-первых, это очень хорошо дисциплинирует, учит лучше относиться к поставленной какой-то либо любой задаче по службе, в быту. Ну и вообще это очень отлично. Моральная разрядка, отдушина. Это, я не знаю, для меня стрельба – это любовь на всю жизнь. Итоги фотоконкурса «Краса Росгвардии» подведут в марте. Из снимков, которые пришлют управление Росгвардии из разных регионов страны, отберут 12 лучших. Их разместят на ведомственном календаре на 2020 год. Денис Левый, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».